Здравствуйте. 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 Все так удивительно. Мы не аплодируем. Мы с тобой обычно аплодируем. Это Юрий Богуславский. Очень приятно. Лолочка. Его все время в темных очках. Из-под этих очков всегда были видны эти глаза удивительные. Посмотри, Лол, какие глаза. Вижу, обаятельный, дико. Давай, Юрочка, послушай. Да, с удовольствием. И какая же это будет песня? Это песня Филиппа Киркорова «Немного жаль». Твои истории, твои мечты, все то, чем в жизни себя тешишь ты, твои иллюзии, твоя печаль, все это грустно и немного жаль. Я очень боялась. Опять-таки, да, вот как песни Филиппа. Да. Яркие песни, которые спеты, они всегда бывают, вот те, кто пытается, значит, пытаются там спеть под как было. Все, вы сейчас эту песню спели как от автора. Все. Спасибо тебе огромное. Вот, ты действительно... Когда такой потенциал, его нельзя так бросать. Ты выстоял. Ты выстоял. Юр, трудно будет ждать? Теперь не очень. Почему? Мне понравилось. То есть я получил удовольствие от общения с этими людьми. И независимо от результата, как бы, я получил очень многое. Я получил оценку великой Лолиты. Спасибо огромное, Юр. Тогда до завтра. До завтра.